Джига, не пали меня. Сейчас приставку будем играть и изменять всем подряд. Самойлова и Владу. Да, Джиган ушел от Самойлова ко мне. Мы вместе уходим на дом 2. Надин новый участник. Скиньте мне ее ссылку. Ну, видимо, интересно. Прямые эфиры заходят, чтобы было весело. Вот я сомневаюсь, что на свете есть какой-то человек, которому сейчас со мной было бы весело. Поэтому давайте меня будем веселить, иначе сейчас пойду сбрею брови. Или как Гуф. Нет, я не буду издеваться над собаками, я пойду в психушку. Киньте тусовка, чисто я, Джига и Гуф. Мы все без бровей на доме 2. Влад флиртует с девушкой в прямом эфире. Была ли у меня любовь без депрессии? У меня вообще была только одни чувства в мире. Песня. Ну так, что мы будем делать? Скинула тебе ссылку. Спасибо, дорогая. Посмотрю. Что за сучка крашеная? Сейчас я посмотрю на страницу. Мне в моем состоянии вот в таком эмоционально угнетённом. Вот осталось только посмотреть еще страницу какой-нибудь тёлки, на которую он подписался, чтобы у меня оторвало вообще тапки мои, и тогда будет весело. Там еще какая-нибудь проститутка мне что-нибудь напишет, типа там он мне писал, или вот там что-нибудь скинет, как это обычно мне не скидывают, всякую чепуху. Ну все, брови тогда точно сразу же. На лысо побреюсь. Да, подписчики любят меня накручивать, доводить до истерик. Надин — это женщина или Цурок? Там вроде нет таких взрослых. Давайте устроим, во-первых, фильтр мой красивый слетел, дрянь такая, вот надо, чтобы он был вообще-то, где он? Нет, этот некрасивый, вот этот красивый.